Ухаживает за мной супруга. Ой, спасибочка. Пожалуйста. Пока. Дружность! Приветствую вас! Всем приветик, всем здравствуйте, всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Итак, после небольшого двухдневного пребывания в Дагобилсе, мы опять приехали к себе, к Фимушке. Приступаем к работе. И первое, что, наверное, надо будет сделать, это просмотреть полы в баньке. Кто-то доски начали ходить. Что там? Посмотрим, что там есть. Все, приступаем. И, конечно, как всегда, найдется еще какая-нибудь работа. Подержи стремянку, Ира. We'll be right back.
понемножку дела продвигаются. Я думал, наверное, будет похуже. Тем более доски и лаги я там все клал. Ну, очень-очень давно это. Ой, еще Иринина мать была жива, а это как минимум прошло 15 лет прошло. Ну, какое-то время, конечно, в бане не мылись. Мы ее только в 2000 году восстановили. Но все равно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь досок пойдет уже по второму разу буду укладывать. Но уже худший буду к стенке. Ну, еще парочку подберу я у себя, там я нашел толсто. Ладненько, заболтался я с вами. Отлично! Все. Все, папа? Да. Ход идет все.
нас в бане не бетонированные, так что приходится все делать по-другому. Так, если было бы забетонировано, решетки постелил, да и все. Ну, а тут все по-другому. А бетонировать как-то мне даже и душа не лежит. На нас век хватит еще. Главная и очень нужная работа у нас с Ириной сделана. Доски хоть и старые я брал, две только новые добавил. Но если у меня такое есть качество, что если хоть что-то можно использовать вторично, то я это делаю. Так я сделал и с досками. Дальние доски, где были к стенке, они были хорошие. Я их переставил ближе к началу. И по порядочку я уже выставил к стенке. Так что все получилось. Теперь нам надолго еще хватит. Ладненько. Завтра будет день, будет другая пища, другие сюжеты. Что ж, до свидания. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем мира и добра!